Привет и добро пожаловать на мой канал. Продолжаем прохождение Mount & Blade Bannerlord. Огромное спасибо всем, кто смотрит, ставит лайки, пишет комментарии под видео, мотивирует меня. Всем огромное спасибо. Так, продолжаем добивать. Как собирались в прошлой серии, мы дефались в Сианон Марунат, Лагетта. Теперь сделаем рейд на север. Мои уже успели забрать тут Утилайм, забрали крайний рог. Не без моей помощи, с помощью моих. И сейчас, в принципе, я собрал троих. Потеряли ласку. Ласка потеряла свой отряд. Где-то она влезла, кто-то ее забил. Багай не собрался еще. Сур. В общем, я своих не отпускаю, потому что они хотят их использовать. И я не хочу им давать. Пускай дерутся своими. Поэтому, как только они соберут армию, мы отпустим своих помощников. Так, какой план? Раз Кронерох они забрали Утилайм, смысла нет на Уландию сейчас пока идти туда. Будем дожимать тогда Пикратею, Амор, замки Миколаве и Уф. И выйдем на Варчик, наверное, пока со стургами тут и остановимся. Начнем вытеснять, наверное, ботанцев вот здесь, в Флинтойлах. Как-то так вижу, наверное. Да, надо тут заканчивать присутствие стургов. Поэтому осадим Эпикрате. Дятну пока оставлю, посмотрю, куда они хотят присоединиться. Так, что тут, тут? А, они тут пинают мои караваны, да? Молодцы, молодцы. Молодцы, молодцы, моете. Могете, умеете. Так, что здесь по гарнизону? Тут 239, 350 ополчения. Третий уровень стен. Ну давай попробуем сразу сходу. Без осадных машин. Единственное, только выставлю на приоритет возрождения высокий уровень. Так, и нас изначально было почти в 3 раза больше, почти практически. Но компьютер считает, что у нас не в 2 раза больше. Дают нам 600 воинов против 400 защитников, которым выйдет, естественно же, подкрепление. Но подкрепление никто не даст. Так. Какая цель? Добежать быстренько до ворот. Вот здесь расстояние лучников спереди. И пехотинцев. Там лестница, по-моему, внутри. Где-нибудь вот здесь лупили, растянем.
Так, ставим лестнички, приманка. Будут пытаться лестники сбрасывать. Их будут расстреливать точно дальше. Их будут в это время расстреливать наши лучники. Так, что мы там плавали? Так, наша задача закрепиться на стене. Закрепиться. Так, слышу баллисту. Какой-то хохотун на баллисте сидит там. Чего, блядь?
Да, блять. А, даже ворота открыли. Так, у нас какой-то каменщик, блядь, в структуре, кажется, сразу, да? Каменщик. Так, тут все забираем. Тут все забираем. Тут все забираем. Заключить мир с ботанией. Да? 396 отпустить? Серьезно? Ну ты, Сур, конечно, красавчик. Нет. Так, город идеальный. Так, все, займусь я сейчас гарнизончиком. Как раз моих ребят накопилось много хороших бойцов. Окей, и увидимся. Пойдем на Амор. Кинул я гарнизончик, забираем голове, потому что тут сидят, выскакивают из замка и грабят караваны, мешают торговать. Поэтому быстренько залетаем. Move!
Так, вы куда? Лестницы дели. Такси. Да, тут нет, лестница где? Где вторая пара? Странно. Странно. Походу, компьютер так перебзил, что для этого железницы спрятал, блядь. Ты видишь, а я не думаю. За ебаный сырник, нахуй. Я спрятал лестницу, блядь, сюда. Ой, блядь, че человек. Ой, блядь. А, вот там, блядь, да? Вот так даже, да? Ну, хорошо, ладно, я пойду туда. Я схожу туда. Так, ну тут похоже замок. Тут замок похоже. В принципе, еда есть. Консервы, ярмарки. Костелин. Мастерский. Можно и отдать его. Можно и отдать. Так, пленных им не надо. Еще они там гарнизон закинули. 67. Ну пусть будет, ладно. Так, выкинем только пленных лишних.
Уже едут, осаждать уже едут. Едут! Куда вы, блядь, собрались? Защищать надо было, они, блядь, выскочили они, блядь. Черти, блядь. О, давай. Ныряй туда. Так, Исур, глянь, как закинул до хера. Прям хочет, пиздец. На, блин. Или может у него просто до хера влияние, а у него влияние до хера, какое-то ранит влияние. Так, ну тут будет посложнее. Тут высокий уровень. Ну, у нас в два раза больше, блядь, практически. У нас практически в два раза больше. Но компьютер все равно. Плевать, блядь. Да, 500. У нас, блядь, поровну. Пиздец, блядь. Какая же шляпа, блядь, турецкая. Так, тут лестница. Тут. Ох уж этот кебаб. Тут город точно такой же, как Ел. Thank you.
Давай, пока подкрепление влезли. Так, хорош меня стрелять, блядь, эти жутки. Я откуда, блядь? Так, у нас очередной затупок. Иди нахуй отсюда. О, нормально, закрепились. Некому пойти. Вау, я валю, я тикаю. Что-то фризит. Thank you.
Там пиздец еще такое. Лука я там стоит. Стреляет, я не пойму, блять, откуда. Своими обрубками, блять. Слишком короткие у вас обрубки, ребята. А, не ворота, там дохать еще. Сука. Лукарь, твою ж мать, добил лаки. Что? Он же у них всегда был, блядь. Это же их не город. Они до сих пор ничего не построили, блядь. Вот, совсем все плохо устроено, блядь. С архитектурой ни амбара, ни форума, ни ярмарок, блядь. Все плохо. Дней. Мне тут губернатор нужен. Так, ладно, я посмотрю, что можно сделать. Потом подключусь попозже. Я вернулся в Амор.
Наверное, распущу я своих, пускай покатаются. Подефаю тут. Если никто не перехватит, поеду, съезжу. Смотрю, там что-то деревни жгут, видно, готовятся. Напасть. Так, Амор. Амор. Сур, я понимаю, что ты хочешь, но, блядь, совесть имей. Так, тем временем у меня отряд 645. Интересно, все города захватить, сколько будет? Какой будет? Какой огромный будет отряд? Сейчас запрыгнет на замок, не? От Амора тоже далеко, блин, отъезжать не нельзя. Там ополчения еще нет. 110 защитников. Стоп, стоп. Я оставлял сотку. 101. Окей. Отключить. Так, в Пекрате уже 62. Как-то здесь пусто на карте, не? Блядь, в Ботании там повеселее, блядь. Тараканы бегают, блядь, постоянно. А, блядь, так и дернул, блядь. Ну вот же, сука. Так и дернул моих, блядь. Ну не сидится ему, блядь. Ну не сидится ему тут. Он не смог, я не дождался, блядь. Посмотрим, что дурак будет делать, блядь. Это же тут, блядь. Где сбор? Сердеса. Ты вообще никого не оставил. Оставил БГ. Сюда, блядь. Скажи, делай, блядь. Ай, блядь, конченый, блядь. Он хочет их убить, блядь. Он хочет их убить. Об стены какие-нибудь. Или голодом заварить. Так, гляну я, что там по постройкам. Может, поставить что-нибудь строиться. Так, управление замком. Один день. Так, ну хорошо. Давай строй. Давай строй. Мастерские. Ярмарки, сады, плац ополчения, налоговые. Если я вдруг не успею подъехать, поменять, ну пока строю так. Так, 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 РТГ достроилась. Там, в принципе, все хорошо. Местной еды все равно нет. Так, у меня еще пинканок. Фрактори строится и лагетта. Давай съездим. О, уже даже бандиты выехали. Походу, даже имперцы уже отчаялись. 392. Даже они уже не ездят.
уже устали. А, вон собралась армия. Так. Управление гарнизоном. Ого. Так, я тут оставил... Не лучников добирали. Лучников добирали. Все остальное мне не нужно. Так, пикинеры пускай тоже будут. Этих можно бросать. Так, ну добор будет уже-то хорошо. Управлять замком. Ты что строишь? Мастерские готовы. Мастерские готовы. Тут один день, окей. 32 дня. Это долго. Давай. Давай. Достраивай. Давай ярмарки. Давай сады. Давай амбар. Да, пока благополучие не поднимется, строить она быстро не будет, стены. Нажми на всякий случай. Пожгли деревушки. А, вот они где добираются. Вот они где добираются. Ну как кыш отсюда? Так, садили головы. Уже бегу, уже мчусь. Слишком убитые замки. 12 ямбар. Да немыслимо. Немыслимо. Ой, блядь. Так, ну допустим. Так, там наш, по-моему, отпинали их. Тоже как-то не особо. Мастерские. Так, ну вот ведуки нужны для благополучия. Мастерские готовы. Ярмарки тоже, верность хорошая. Так, достраивает этот плац ополчение. Следом от ведуки, сады, амбар. Остальное не особо важно. Это еще у меня топовые губернаторы, прикинь, блядь, если совсем, совсем никого.
Хочет Мажедан. Вот Илайм, ты не хочешь задефать, братан? Мажедан он, блядь, поехал. Он сейчас гоняется за каким-нибудь идиотом, блядь, с 10 солдатами. Так, в голове опять осадили. Да, я же забыл, это ж, строить. Что-нибудь построить нереально. Нервов не хватает. Блять, карту, сука, научитесь делать, блять. Планы, блять. Charge!
Далековато, могу не довести. Успею. Так, кто там еще баловался? Лудишки. Думаю, что так затих. Наковыряли, блядь, себе армейку, блядь, сколько их тут? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Наковыряли, нацарапали армейку. Камни хуй. Блять, ладно, давай вот так он нахуй в пизду, я уже заебался, блядь, сечь за глупами. Ну чё, съёбывается? Съёбываешься? Да, даже не думай, блядь. Даже не думай, блядь. Даже не думай.
Move! Infect forward! Soldier, move! Move! Infantry, forward! Infantry! We are. Ржавый. Жаль. Жаль. Ладно. Так, кто есть степлены? 100 рублей. 100 пленных, типа, смотри. Я быстрый какой, блин. Так, а я могу уже призвать? Да, есть. Дай мне своих пленных. Так, кто еще баловался? Смотрю, там еще засадили. Редлтар садил Мажедан. Давай пойдем посмотрим, чем там будет делать. Я должен забирать. Я ему его не отдам, потому что он взял моих. Блять, они сейчас закинут гарнизон. Суки, ладно. Мне он нужен. Мне он, в принципе, не особо и нужен. Потому что он разваленный. Так, ну все, Стурга, блядь, без шансов, блядь. Стурги сейчас обнищают. Без шансов, 138. Превратятся в Асираев. И в Пузаитов. Останется только Вландия. Блядь, 400 лордов пленных, блядь, Карл, блядь. И это только... Только Ботания с Империей, ёпта. Это же можно с ума сойти. Огромный труд был проделан. Огромный труд. Пошел на что? Ну давай. Развлекайтесь тогда. Так, что бы мне забрать? Забрать, наверное. Оф. Чтоб не было синих пятен на нашем черном полотне. Или подождать, может, какая-нибудь армия придет, сейчас он опять нахлобучит. Вот. Смотри, тут еще 200, блядь, он уже потерял сколько, блядь. Ой, да он, блядь.
Ой, дебил, блин. Тут вообще мне 90, а этот потерял уже, блядь, полармии, блядь. А ты говоришь мне. У него только две, блядь, катапульты. Блять, 150 человек нахлобучили, блядь, полуторатысячную армию, блядь. 50. Так, знахарка что-то там апнула. Ну, наконец-то, блядь. Наконец-то. Поняли, ну что там за гарнизона не оставили. Шестьдесят человек. Ну, в принципе. Не жалко. Ладно, пусть забирает. Пусть забирает. О, пусть забирает. Вон босики уже подъезжать начинают. И не выезжает, блядь, видишь, блядь, и не выезжает из замка, блядь. Не выезжает, блядь, сучка. Жди, блядь, сиди. Сиди, жди. Выехал. 60 человек. Ладно, забирай. Кто там? Слушай, все, и сур, блядь. Илтар вообще ни хрена. Правда, там план тухлый, блядь. Ну да, да, раз ты, блядь, так просишь меня. Походу он потерял, блядь, 400 человек убитыми, стоп. У него было 1000. Сейчас 950, 100 раненых, 1050, да, у моих было почти по 300 у каждого, блядь. Животное, блядь, животное, слов нет. Поехал на варчик, блядь. Ну давай, там ты точно, блядь, убьешься. Там ты точно убьешься, блядь. Там тысячи тебе будет мало, блядь. Блядь, ничего, его никто не перехватит.
План бедный, но тем не менее содержание отряда, денежки есть, блядь. Ну чё? Куда ты, блядь? Куда ты, сука, поехал, блядь? Ни дезорганизации, блядь, ничего, блядь. Просто, блядь, перышко, легкое парящее, блядь. Никаких проблем, блядь. Давай, давай, ебашь его, блядь. Ебашь его. Побежал карту обезить. Сучара, блин. Ян, зацепишь его, ну-ка, Яна, давай. Цепляй. Это вот и не давали, что, блядь, 17. 3, 6, 3, 5. Ночью я его догоню, блядь. Ночью я его догоню. Ночью я быстрый. Улыбается такая. Здравствуй, подруга. Сражайся, да-да. Stand apart!
I give up. Give up, give up, give up, give up. Опа, гоняй, 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 гоняй. Хуя по 70 уже, блядь. Это черти, нахуй. Янка, давай, давай. В засаде, лови, 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 давай, давай. Поймайте ее, поймайте, поймайте, сучки. Сейчас я вас, блядь. Пойми ее, блядь. Поймайте ее, блядь. Не настырность, сука. Я на несы, я с тобой. Несы, я с тобой. Прелесть, просто, блядь, божественно, блядь. Сюда, это Аша, это не она. Это Аша. Так, а место есть еще? Местечко еще есть. Куда прессовать? Так. А ну-ка, Аша, есть у тебя еще что-нибудь? А, у тебя еще есть свои. Так, а вот он приехал. Едет на замок. Ты серьезно, блядь? Ты поехал на Марунат? Ага, тут нету... гарнизона? What the fuck, блядь? А, гарнизон, нету ополчения, они, блядь, это... У них нету верности. Как говорится, но проблем.
Спасибо, Ира. Я построился. Я подготовился. Я вообще так... Так, что он опять там, блядь, мутит? Куда он, блядь? Ну да, он, блядь, поехал. А, ну, я же тебе понял, я тебе говорю, блядь, я... Абьюзит край карты, пиздец, блядь. Пиздец, черт ебаный, блядь. Реп, окей, зажали. Зажали. Follow me!
Stop! Любители жить в деревне, блядь. Так, ладно, деревнями, я все равно тут сегодня задефаю. Бородно так или иначе восстанет. Гадалки не ходи. Окей, ладно, ребятки, увидимся это в следующей серии. На этом серию закончу, поеду смотреть, что там, блядь, сварчиком.